знает почти. Это, это самое известное, да. От имени всех зрителей я тебе скажу, что мы тебя очень любим. Спасибо. Серьезно говорю? Это верно, Таня. Серьезно. Вот. Я вас тоже очень люблю. Пришла. Кто пришла? Давай. Моя Дюля моя. Ты мое золото маленькое. Да, я боюсь. Ну, с ними садитесь, пожалуйста. С ними на ты нельзя переходить. На вы, да, я боюсь. Да, только на вы. Пожалуйста. Садись, садись. Спасибо. Садись. Морда. Вот где много обезьян-то. Ну, помните, как снимали эту сцену? Бесконечно долго вы дарите цветы. Свои возлюбленные, вернее, нет, цветы передают, какие-то коробки, да, и вам она розочку передает в этом кабриоле. И вот главная героиня рядом. Такая же практически, такая же, да, Люля? Абсолютно. Да. Вы можете спросить, как ее зовут? Кучка Люлечка моя. Зовут ее. Люля, иди ко мне. Глазки мои. Люля. Она любит, когда ее хозяйка сажается. Иди ко мне. Люлечка. Когда хозяйка, я тогда вот дает ее лапки, то есть она садится на ручку. Ой. Танька смелая. Ох, смелая. Хорошая девочка, красавица. А еще она любит к мамке прыгать. И прыгать. Вот, да. Вот такая у нас девочка. Да, да, хорошая. Хорошая девочка. У нас получается девочки смелее. А вот она сейчас что делает? Она возмущается, зачем мама ее отдала кому-то другому. Она хочет у мамочки. Вот. Ну не пусть. К мамочке буду обнимать. Как-то отдали. Отдали, разве можно? Такую хорошую девочку отдавать. А сейчас ее пользуют где-нибудь в фильмах? Да, я выступаю с ней. Ты смотри, и что вы делаете с ней? Выступаю шоу. Она у меня прыгает, оп, влазит и всякие трюки выполняет. А сколько ей лет? Ей уже 6 лет, но живут они лет 30-35. О, то есть она юная совсем. Ведь она меня очень любит. Она очень испугалась, что я ее отдам. Оп. Люль, ну что ты, не бойся. Ну, она что-то там пытается найти в волосах. Это она, значит, меня очень любит так. Она вычесывает, меня гладит. Да, да. Люлечка. Ты моя золото. Давай еще раз садись, не бойся. Золото мое, золото. Это я тебе не отдам. Какое золото маленькое. Спокойно сейчас, да. Они к мамке. Ну, что, уже к мамке не хочешь? Иди. Ну, иди. Глаз. Мне понравилось. Скорее, скорее. Обнимай. Неспокойно. Чуть не забрали, чуть не забрали. Я помню, мы той обезьянке давали, у меня был пакетик с вишнями, чтобы она случайно кого-нибудь не укусила. И она набивалась вот так за щеки, все время писала. Вот видите, на этой памперсы надеты. Тогда памперсов не было. Когда автомобиль заводился, она от страха, что мотор начинал реветь, она у меня на руке все время писала. У тебя же действительно живая была? Покажись, какая ты красивая Буля. И покажись, какие у тебя красивые памперсы. Какая Буля. Не бойся, Люлечка. Ну, какая она стеснительная очень. И памперсы в цветочек. У меня как у мамы даже две штуки наделала. Чтобы она ни на кого не написала. Спокойно у нас героиня. Вот это хорошая девочка. Люлечка. Ну, у нас нет автомобиля, поэтому неизвестно, как бы она отреагировала. Стеснительно. Она ездит в переносочке и в авто. Расскажите, кстати. А у кого только она не сидела? Юрия Стоянова сидела. Год это был 10-й год. Еще у ведущих у многих. Ну да, сейчас же год обезьян. А сейчас она главная героиня. А сейчас так она этого сейчас, года. Видимо, она в цене. Раз обезьянка, значит, будет нас приглашать. Сколько лет ей? Ей 6 лет было, 21 марта. Это много? 6 лет? Это очень мало, она юная девушка. До 30 лет живут. Они живут вообще. Лет 35. 35. Ну, если хороший хозяин, в хороших условиях. Да, да, да. Вот такая у нас девушка. Ты мою зону. Застеснялась. Ты ведь сидела живой, действительно, везде. Да, да. Фантастика. Люля, я понимаю, что ты меня очень любишь. А потому что там ну, давай, носы, повернемся. Отказалась. У вас хорошие? Да, 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 да. С ней хорошие отношения. Она любит тебя. Очень любит. Она думает, что я ее мамочка. Чувствует, да, это. Вот смотри, садись. Это она вот сейчас сидит. Садись. Люль, иди к мамочке. Люль, к мамочке. Оп, к мамочке. Ты мою зону. Ну, иди к папочке. Папочки? Бабочки нет. Нет, как вот папочка вот. Папочки? Нет, я дедушка, только дедушка. Экспертизы не, нету, как кто-то из них. Люля из Бразилии, где много диких обезьян.
Да, это стала крылатая фраза, да, Александр Александрович? А еще какие крылатые фразы у нас были? Помните вот это знаменитое? Кто не хочет сахара или сливок? Это вы говорили. Да, да, да. Я просто напутал текст. Разве? А я думала, так специально. Кто не хочет сахара? Предложи, не хочет ли кто сахара или сливок? Ну, а вы говорите, кто не хочет сахара или сливок? То есть вы это специально сделали? Нет, просто дурачусь. Абсолютно. Напутал текст. Это стало крылатым выражением. Сейчас мы тебя посадим, ты будешь очень красивой девочкой. Сидеть, замри, замри, сидеть. И так, не шевелись. Молодец, хорошая девочка. Теперь лапки вверх, сидеть вот так. Лапки вверх, слушается. Лапки вниз, замри совсем. Вот так сидеть. Сидеть. Ой, очень послушная девочка, молодец. Красивая девочка. Мы, наверное, отпустим, да, вас уже. Спасибо. Отпустим, да. Да. Спасибо большое вам. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Гуля, поехали. Мы ее сделали. Обезьянки все хулиганки. Езула. Понравилось ты? Что-то она, да, на меня смотрит и рот открывает. Вот и поймет. Она так, что не кидается, никого не кусает. А это она показывает, что она не хочет, она хочет своей хозяйки. Угу. А я тебя не забираю. Не бойся. Спасибо. Вот, господа.